А, получилось. Пытаемся снять курочку. Проходили мимо лицея. И вот здесь, в огороженной такой части лицея, живут курочки. Но необыкновенные, какие-то такие странные немножко. Вот они. Вот она кудахчет. Вот она кудахчет. Да. Она кудахчет. Вот такая курочка. Их тут живет 3 штучки. Вот они там еще 2. Я думаю, их не очень видно. Они такие, как в шапочках, таких беленьких каких-то. А там еще у поилочки еще 2. Еще одна. Еще вот здесь курочка. Смотрите, на это птица. Вот она ходит. Ходит курочка. А это такая интересная, как пушистенькая. Какая-то вся такая пушистенькая. Вот у них тут домик. Они в таком домике живут. Кира боится ее. И вот эта в шапочке идет к нам. Вот она. Такая красивая. А. Жан-Люк говорит, что это 2 петушка. Вот эти с шапочками, это петушка. А вот это курочка. Он тоже не знает. Он разбирается хорошо в птицах, но не может понять, потому что они вот поют ведь. О! Вот она к нам подошла, эта курочка. Хочет посмотреть, какого цвета у нее глазки. Вот они кричат. Это петушок. Да, это петушок вот это. А это курочка. Курочка. Ой, Даго загавкал. Ну вот, они разбежались. Даго загавкал, потому что ему не нравится. Он обхаживает курочку, петушок. Вот, кудахчет. Вот такие у нас живут тут курочки, петушки. Там поилочки у них 2. Здесь у них вот еще раз домиком. Они кушают улиток. Вот большие улитки, эскарго называется по-французски. Они их кушают. Что-то у нее такое на головке, тут такое, ушики такие странные. В общем, интересные. Курочки. Ну, пошли мы. Все. Вот такое. Ну вот. Ай-яй-яй. Ставьте лайк, как я вам говорила, и подписывайтесь на канал, иначе я буду, иначе она вас обиделась. Ой, Кирюша. Да, это правда. Пожалуйста, я вас умоляю, подписывайтесь. Кирюш. Подписывайтесь на канал. Ну все, давай, пока-пока.